который сделать? Слушай, жар. Жар? Если я сойду, оно и здесь нельзя. Ой, тихо, ой, тихо. Все нормально? Нельзя, да. Я просто слишком увлекла. Я играл в шахматы, там тоже... Не, ну тут не шахматы. Признавайся, ты кто? Я? Всем привет, друзья! Саня здесь. Подвожу итоги 2022 года. Выпускаю компилейшн с ботаном для вас. Обязательно перед просмотром этого топового ролика убедитесь, что вы нажали на лайк и подписались на канал. Полетели! Я знаю, что вы все любите смотреть хороший баскетбол. А чтобы с головой окунуться в просмотр матча, предлагаю сделать прогноз. Для этого советую спонсоров этого видео Favbet, которые передают часть заработанных средств на ЗСУ. А для всех новых пользователей предоставляется бонус до 4 500 гривен на первый депозит. Все необходимые ссылки будут в закрепленных комментариях. Девочка играет в баскетбол с пацанами. 100% будут писать посты новые. Ребята, вы вместе пришли? Можно с вами поиграть? У вас 3 человека, 2 на 2 бы... Ты хочешь поиграть? Да? Ты умеешь играть? Не, ну, я хотел бы попробовать. Ну, давай попробуем. Давай. Ты с кем будешь? Я играл до этого вообще? Я играл в шахматы, там тоже... Не, ну тут не шахматы. Не, ну там тоже нужно думать головой, как и здесь, я считаю. Ребят, что вы играете? Давай попробуем что-нибудь сыграть. Я с кем? Я самое слабое звено. Ого, как похрустело. Тебе правила не надо объяснять? Мне правила объяснять? Да. Ну, мяч нужно забить в кольцо, правильно? Ну, тут его не играл особо, как должно быть. Ну, я попал тоже в дырку. Немножко не та. Понятно? Буду по ходу. Посмотрим. Ну, давай сыграем, если есть IQ, оно и здесь появится, я думаю. Ну, я... Может быть, ты будешь этого крыть, но он все-таки высокий, не знаю. Этого. Давай, сразу пошло уважение. Да ё-моё. Так дела не будет. Но я мяч коснулся. На толку. Старый, ну максимум библиотеку тебе дам. Солнце. Пас нельзя было дать? Оно мне дало блики в лицо. Что-то очки не помогают. Ладно, попробуем по-другому рассчитаться. Скорость ветра. А, ноги неправильно поставил ноги. Давай, через чек. Чек не тот, что из-за шана. Я тоже сначала думал. А ты его... Да, ё-моё. Дайте ему фору. Фор — это магазин. И шахматы. Прихожу чисто на выходных. Больше смотреть. Редко пускают. Хорош. Нормально, понравилось? Окей, давай, я буду более активным в защите. Будешь это делать или нет? Так я ж... защищаться, нужно просто стоять ровненько, вот так вот и защищаться чисто. Как вроде у тебя защищаться, жестко можно или ты любишь как? Жестко, чтобы защищаться? Детка, вон кто играет хорошо. Ой, о, бляха. Опять что-то у вас попало. Еще раз. Еще раз? Да, давай. Ладно, надо поменять план. Смотри. Давай, смотри. У меня есть одна формула. Включив ноги, можно получить феноменальные результаты в прыжке. На приколе? Не, серьезно. Какие формулы? Мне точно кажется, все-таки в теории возможно. Давай попробуем. Надо молочко купить. Молочко, наверное, должно помочь при баскетболе. Как думаешь? Ну, она сейчас быстренько разговаривает. То, что мы первую игру проиграли, это ничего не значит. Это значит. Ладно, все, хватит. Формула 1 в баскетболе.
Спасибо за веру. Что-то жарко. А что ты разделал? Слушай, жарко. Жарко стало? Да. Нормально. Что, все нормально? Нормально жарко стало. Ну, книжек читаю про баскетбол просто. Холодно? Не, не холодно. А тебе? Не, нормально. На всякий случай я делал еще дополнительную кофту. Физкультура с утра. Именно делаю зарядку. Нормально? Да, классно. Это может кофта именно плотная и теплая? Да не, не думаю. Не кофта? Не, не кофта. Можно опять? Да. Левой рукой? Это левой рукой. Ой, тихо, тихо. Все нормально? Да, да. Вспомнил, как зажимать L2 и кружочек просто. Спасибо. Просто сделал хорошую суставную гимнастику перед тем, как прыгать. Звездочка. Трейси МакГрейди только что. Чего ты хлопаешь его? Спасибо, клюка. Спасибо, спасибо. Ты все? Спасибо. Молодец! Круто было. Спасибо. Ох, опа, все, пошли до дома. Без не того времени. Ладно, я, наверное, пойду. Фу, молоко бодрит. Понял. Нормально так. Привет. Ты здесь самый высокий. Ты здесь всех оперируешь. А кто? Самого низкого искать. Поиграете? Может как-то скооперироваться, поиграть? По какому принципу делать? Вот перший попав, він іде направо. Другий попав, він іде наліво. Третій попав, іде на. Сложно. Хто з ким? Сань, ти граєш? Футбол, Сань. Крокет. Можно в шахматы со мной? Но я уверен, что у тебя нету шансов. Я тоже так уверен. Поиграем? 3 на 3. Девочки, вы играете? Саша? Вера. Приятно. Понял. Что, никто не забивает? Ладно, разомнусь по ходу. Бери его. Я закрою левую сторону. Хорошо, справляюсь. Ну, теперь можно бросить. Ну. О, есть контакт. Понятно. Стой, 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 стой. Ну, все, уничтожил. Отправил к правцам. Ауч. Не знаю, как против тебя защищаться, правда. Неважно. Сюда. Класс. Хорошо. Ну, что ж ты? Та ну, там их восьмеро. Ну, у меня в очках как минимум вас восьмеро где-то. Стойте. Сейчас, можно? 5 секунд. Ну, я попробую. Мы же играем. Это не поможет. Так жестко. Хотел за руку, честно. Так зачем за руку ты хотел? Ты за руку и дернул. Да, понял. Спасибо. Ого! Мастерство или удача? Ну, это парень пожаря. Карим Абдул-Джабар? Наверное, только в очках-то глаза потеют, когда на спорт выходишь. Ой! Оп! Умница! Я просто слишком увлеклась. Чем? От нас. Или кем? Да, я слышу. Мое мнение не учитывается.
Только через дверь. Чей мяч? Их. Ваш. Ваш. Сними. Наверное, незаметный, да? Ну так. Невзрачный. Хорошо сыграли против себя же. Ой-о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 й. Лова нормально? О, комбинация. Раньше такая группа была музыкальная. Не слышал? Нет. Я тоже ее не особо слушал. Погодите, погодите. Пацан, лопа кончила. Понял. Походу это камбэк. Чувствую, как будто что-то растет внутри меня, Халк. Поиграем? А, поиграем, если же проиграем. Не, мы уже не проиграем никак. Это молоко действует, да? Молоко работает. Просто нужно сделать правильный мах руками. Ничего, что я так дергаю за кольцо ваше. Формулу мы потом возьмем. Учитывать все интегралы, главное. Крюк. О! Кусают акулы из-под тишка. О, ты какой! О! Из-под тишка. Просто учитывал все сталы и добавлял пятерки, учитывая все константы. Ты еще в школе учишься? Не, я учителем работаю, здесь недалеко. Меня такому не учили. Левой, да? Левой. Кто ж знал, да? Сегодня, наверное, мой счастливый день. Просто посчитал все по формуле. Да. Ты поделишься? Тоже хочешь высоко прыгать? Фух, дополнительный буст. Бро, ты не хочешь? Я рассчитал, что если пить много лактозы, увеличивается прыжок. Застраховал. Пожалуйста. Кремом мажешь, мне тоже надо помазать. Кто нежные такие руки. Признавайся, ты кто? Я? Да. Здесь в университете работаю недалеко. Там пару кварталов и универ. Подождите, я не понял, он забил? Да. Залетело? Да. Очень красиво. Очень. Какая разница, просто передом или задом? Что за идея? Просто я реально. О, здесь никто не кроет, да? Спасибо. Все, да? Что, все, мы выиграли? Может, ты типа забьешь, а пацаны? Может, ты через меня можешь. Через вас обоих? Можно попробовать. Пойди через вас двух забью сверху. Шаг влево, обе. О, вот где-то так. Ладно, если зажать мяч. Прыгнуть, провести. Сейчас вылетит птичка. Да. О, прилетело. Прям через. Вот сюда, да? Константа. Плюс. Все стало я. Спасибо. Да, там надо просто учитывать одну сталую и константу. Ладно, все, счастливо. Может, поделишься контактами? Какими? С
своими, чтобы потом разметки знать. А, хорошо, вам Вайбер. А можно нам от Ксерича? От Ксерич? Да. Знаешь, что это? Ну, недалеко здесь, но уже, наверное, закрыто, уже поздно. Ну, который час. Давай по номеру тогда, есть хотя бы телефон? Ну ладно, записывайте. Ну давай. Брозеры, огромное спасибо, что досмотрели этот топовый ролик с ботаном за 2022 год до конца. Значит, он вам понравился, значит, собираем 20 тысяч лайков, и я выпускаю новый компилейшн уже с уборщиком. С вами был Саня, увидимся в новых крутых видосах. Пока. Пацаны, можно пас? Что там? Вот мой инстаграм. Если что, подпишись, ты очень круто играл. Да, хорошо, спасибо. Должна остаться какая-то загадка. То есть уже не в женщине должна остаться загадка? Ну, в тебе, то, чтобы моя загадка в тебе осталась. Чтобы твоя загадка во мне осталась.